Сегодня я получила 100 просьб о том, что хочу посмотреть прямой эфир по классике. Хотите? Сделаем. Классика – это основной нож, 3 вставки и плододержатель. Именно это написано вот на такой коробке, которая к вам придет, когда вы заказываете классику. Все овощерезки Бёрнера всегда имеют базу. База – это вот эта вот рама. Дальше у нас определенное количество ставок и плододержатель. Важно, когда вы покупаете, определиться с комплектацией. Вот еще раз, классика, тренд, прима, профи – это всегда только основной нож, 3 вставки, плододержатель. Классика плюс, классика экстра, классика макси, тренд плюс. Именно это второе слово и означает комплектацию. Огромное количество магазинов делают самую разнообразную комплектацию по своим заказам. Итак, овощерезка классика. Я всегда рекомендую, конечно же, к ней в первую очередь покупать мультибокс. Почему это важно? Этот мультибокс сразу создает возможность хранить эту овощерезку. Ну как вы, если вы помоете вот эти вот вставки, то как вы будете их хранить? Представляете себе, вы такую вставочку с такими ножами положили в сушилку, а дальше туда ребенок за чашкой полез. В этот мультибокс упаковывается основной нож, как я уже сказала, одна вставка. Вот здесь внутри у меня сейчас. Здесь у меня вторая вставка. И вот третью вставочку ставлю сюда в мультибокс. Вот на эти вот крючочки, рога такие, да, одеваю плододержатель. Значит, что у мультибокса есть? У него есть один секрет. Пиктограммы. О том, что нужно отогнуть. Вот на эти пиктограммы никто не смотрит. Все просто хотят дернуть. Ну, здесь нарисовано о том, что нужно сделать. Здесь нужно вот этот хвостик отогнуть. Для чего это сделано? Чтобы дети вот этот основной нож не достали. А еще здесь какая есть опция? Есть вот такая вот вешалка. В принципе, это вешается, ну, иногда на крючок, на гвоздь, кому как нравится. У меня стоит на столе. Что дальше? Вот такой лоток. Мы его называем судок. Наши покупатели никак не могут определиться, что такое судок и как он выглядит. Называют его по-всякому. Судак, судоку, судно. Ну так вот, это не судно и не судак. Это судочек. Для чего нужен судочек? Во-первых, у него 4 резиновые ножки, он по столу не скользит. Как я сейчас креплю эту овощерезку на судочек? Вот тоже масса вопросов. Как закрепить? Я вот положила, она никак не крепится. Инструкция есть на русском языке с картинками. В ней нарисовано, показано и рассказано. Ну, давайте еще раз покажу. Смотрите, вот здесь вот есть ручка. Вот здесь ручка есть. И вот здесь есть прорезь. Нужно просто совместить одно с другим. Вот так вот. Раз, и сейчас ручка зашла сюда в прорезь. И вы видите, этот станок, эта овощерезка легла на этот судок, и она жестко там закрепилась. Никаких движений теперь у нас нет. В чем удобство? Удобство в том, что когда вы режете, у вас и сок, и продукты все оказываются там в судке. Это, конечно же, ну, намного удобнее. Я буду работать без него, просто чтобы вы видели, какая нарезка. Что важно помнить, что у этого судка есть 2 прорези, и, соответственно, под правую, под левую руку, как хотите, так и крепите. Но для чего вторая маленькая прорезь? Для того, чтобы сюда крепились другие овощерезки из модельного ряда классика. Вы видите, я сейчас сюда поставила терку Рёсти. Вот она, Рёсти. Вот у нее вот это вот крепление здесь на ручке. И в эту прорезь у меня вот так вот зашла овощерезка. Жестко здесь закрепилась. И можно на ней работать, все будет у вас срезаться сюда в судочек. Когда работаете с плододержателем, важно увидеть вот эти стрелки. Не увидеть их невозможно. О том, что в инструкции написано, что резать строго вот по этим стрелкам. Из-за чего? Вы, если будете работать по стрелкам, у вас плододержатель будет ездить вот по этим рельсам. Видите? На любой терке они у нас есть. И у вас, конечно же, вот эти штырьки не попадут в эти ножи. Как только вы плододержатель перевернете вот таким вот образом,
вы начнете вот этот зубовный скрежет, слышите, что происходит? Ну, во-первых, изуродуете его, ну, ему на самом деле без разницы, то, что на нем будут какие-то там полоски, да и бог с ним. Это нормально, это естественный износ. Ну, прошлись вы там один раз этим плододержателем по ножам, не надо о нем беспокоиться. О ножах побеспокойтесь, вот что важно. Вы засадили вот этими штырьками металлическими, вот по этим драгоценным лезвиям. Вот о чем беспокоиться надо, а не о том, что у вас полоски на плододержателе. Дальше там появляются такие зубцы. Если приглядеться к этим потрясающим ножам, микросерраторная заточка, там маленькие-маленькие-маленькие зубчики есть, как зубы акулы. Они реально разрезают просто вот продукты идеально абсолютно за счет этого микросерратора. Ну, вы его потихонечку убиваете, когда вы держите плододержатель неверно. И ничего! Это выдержит и 2, и 3, и даже 5 раз, и даже здоровый зазубрин, она выдержит. Но вы ее убиваете. Медленно и верно. Не делайте этого, работайте по стрелкам. Очень-очень много сейчас лохотронов. Такое слово неприлично, непорядочное, но это правда. Сайтов лохотронов. Вот чем больше я занимаюсь рекламой, тем больше сайтов лохотронов. Уже 2 года мы боремся с сайтами-лохотронщиками. Они за нами гоняются, гоняются за нашими клиентами, за нашим брендом, за нашим товаром. Мы закрыли примерно 150 сайтов-лохотронов. Я потратила на юристов около 2 миллиона рублей. Но каждый день мы закрываем один, они открывают 2. Что важно, как их сразу отличить? Все нормальные магазины, Wildberries, Озон, Алиэкспресс в том числе. Не думайте, что Алиэкспресс это китайский товар. Алиэкспресс это площадка для торговли, а не китайский производитель. Наш сайт, Метро, Хофф, онлайн-трейд, это все наши партнеры, и мы, естественно, туда поставляем только оригинальный товар. А вот сайты, где написано за полцены осталось 20 штук акции, оставьте свой номер, мы вам перезвоним, вот это лохотронщики. Вот, пожалуйста, сразу и прямо вот не поддавайтесь ни разу. Можете нам позвонить. На нашем сайте burner.ru есть телефон. Можете написать e-mail, можете спросить в Инстаграме. Мы 24/7 отвечаем на вопросы, наш ли этот товар. Значит, что у нас делает вот эта вставка? Ну, здесь совершенно очевидно. Вот у вас есть один нож, и вы вот так вот режете продукт. Теперь у вас есть 2 ножа. И все, что вы раньше могли нарезать этим ножом, можно нарезать этим же ножом, но в 2 раза быстрее. Соответственно, можно нарезать разную толщину. Только здесь вы ножом двигаете по продукту, а здесь вы продуктом двигаете по ножу. Поставите вот так, будут у вас колечки. Поставите вот так длину, будут у вас длинные пласты. Все. Это вот то же самое, что если бы вы резали вот так или вот так. Поэтому, чтобы из такого продукта сделать нарезку колечками, держим его в эту сторону. Чтобы сделать нарезку длинными пластами, держим его в эту сторону. Смотрите, чтобы поменять толщину, нам нужно перевернуть вставку. Классика проста и элегантна в своей простоте. Просто переворачиваете вставку. Что получается? Видите, вот здесь вот плоскость низенькая такая, а с этой стороны ребра повыше. И у нас появляется вот здесь зазор между вставкой и ножами, он либо больше, либо меньше. Ну так какой же толщины мы получим нарезку? С одной стороны около 1 мм, а с другой стороны около 3. И не забывайте, что продукт на овощерезку можно положить разными сторонами. И тогда у вас получится либо колечки, либо пласты. Посмотрите, какие они тонкие и красивые. Разбираемся, как работает 2-я сторона. Здесь все очень просто. Нужно перевернуть. Просто перевернуть вставку, и тогда у нас нарезка получится 3 миллиметра. И вы сейчас увидите разницу. Вот, вы видите, это толстая и тонкая нарезка. То есть одна у нас порядка 1 миллиметра, вторая порядка 3 миллиметров. Эти 2 толщины вам делает классика. У нее нету ни 3-й, ни 4-й толщины, у нее только 2 толщины, и они на самом деле самые необходимые на каждый день. Чтобы порезать лук, я всегда прошу вас, оставляйте вот это корневище. Если вы его отрежете, то лук будет разваливаться. Вот это корневище одеваете на плододержатель и дальше работаете. Дорежете все до конца. Про плододержатель поговорим. Работа с плододержателем не представляет никаких сложностей. Все можно дорезать до конца. Посмотрите,
Вот здесь зазор между шляпкой и лезвием. Пару миллиметров. И только этот маленький кусочек дорезать до конца невозможно. А иначе как вы его удержите? Чтобы дорезать до конца, нужно научиться правильно пользоваться плододержателем. Конечно, когда у вас продукт большой, не нужно втыкать вот так огурец и надеяться, что у вас он будет держаться в этой шапочке. В этот момент мы можем работать, удерживая продукт просто рукой. Но тогда, когда вы видите, что ножи приближаются к руке, конечно, нужно одеть немедленно его на плододержатель. А теперь важно работать обязательно вот по этим стрелкам. Равномерным движением вверх-вниз мы работаем до тех пор, пока у нас плододержатель и продукт не сравниваются до уровня одного с овощей резкой. А теперь нужно начать давить на кнопку. И давить на нее не пальцем, а вот так. Поставили целиком ладошку и работаем вверх-вниз, равномерно надавливая. Все, все, абсолютно идеально. Посмотрите на результат. Итак, если мы поставим лук вот так вот, мы, естественно, получим моментально колечки. Вот такие тонюсенькие колечки с одной стороны, или, как я уже сказала, 3 мм можем посмотреть с другой стороны. С капустой. Капусту, конечно, двигать целым качном невозможно. Капусту всегда предлагаю резать либо на 2, либо на 4 части. Вот эта капуста достаточно мелкая, поэтому мне хватило разреза на 2 части. Просто двигаем этим самым качном по овощерезке. Что получаем с обратной стороны? Вот такую вот тонюсенькую нарезочку. Абсолютно идеально. Вы знаете, ну вот как волосы у малыша. Зимняя капуста получится тоже неплохо. Ну, ножом ее просто порезать нельзя. Февральскую вот эту вот убитую спрессованную капусту без овощерезки резать, это какой-то нонсенс. Что получится с другой стороны? А вот это важный момент. Когда я такую капусту отправляю тушить, муж мой есть отказывается, потому что это какая-то получается уже каша. Ну, вот она совсем тонкая и вся такая распаренная, вообще невкусная. Соответственно, с другой стороны, с толстой стороны, получается абсолютно идеальный вариант нарезания. Вот смотрите, какая толщина у меня вышла. Вот эта вот капуста для борщей, для солянки, для тушения. Невероятно удачный, на мой взгляд, размер. Для салата тонкая сторона у меня, а все, что идет в термообработку, у меня вот эта толстая сторона. Таким образом, капуста — это просто 5 баллов. Вот эта вот овощерезка, она, ну, без нее резать руками эту капусту — это какое-то издевательство над домохозяйкой. Разрезанный пополам качан. Держите вот здесь вот палец на кочерыжке и двигаете вот таким вот образом. Сейчас у меня, видите, палец где? За пределами ножей. Я когда двигаю по ножам, у меня палец совершенно никаким образом не рядом с ножами. Как только у вас остается кусок капусты маленького размера, обязательно плододержатель. Лук на этой овощерезке — это мечта, потому что скорость, с которой вы будете нарезать лук, колечки, здесь непостижимо. Это нечто невероятное. Вы знаете, очень часто в рецептах встречается лук полукольцами. Знаете, почему полукольцами? Потому что колечками повар вот так вот порезать не может. У него этот лук катается по доске. Надо разрезать пополам, и тогда получается нормально лук порезать. А иной раз такой салат получается красивый, когда хороший такой ялтинский лук, крымский, вкусный, сладкий, колечками. А вы его вот в такое полукольце, потому что у вас ножом по-другому не получится. С овощерезкой получится. С одной стороны толще, с другой стороны тоньше. Все варианты бёрнера имеют невероятно острые лезвия. Невероятно острые лезвия, абсолютно одинаковые у классики, у тренда, у профи, у всех овощерезок лезвия одинаковые. Сходят с одного станка, одного завода, и они одного качества, одного фасона, цвета и размера, что называется. Так вот, завод дает гарантию на заточку ножей, это нарезка 3 тонн овощей по 1 кг в день, 365 килограмм в год. 3 тонны – это 10 лет. Есть ли у вас в доме хоть один нож, который может у вас работать без заточки 10 лет? Вот
На вышерезках это просто железобетонно. 10 лет, если по килограмму в день. А теперь вот сразу, для любителей наших овощерезок, которые пользуются ими с 92-го, 3-го, 4-го года. Сейчас вот читала ваши тексты такие. Вот моя с 92-го года. Уже пластмасса немного потрескалась, но ножи все как новые. Милые мои, есть такое понятие, как пищевая гигиена. Стали — ничего не будет, еще 100 лет проживет. А вот пластик начинает через 10 лет разлагаться. От чего? Вот эти все продукты, особенно помидоры, лимон, апельсин, это невероятная пищевая кислота. Пластмасса просто начинает со временем от воздействия этой пищевой кислоты разлагаться. Ну, все-таки надо как-то собраться с силами и поменять. Плододержатель будет в каждом комплекте. Следующая вставка, которая будет в каждом комплекте, это вот такая вот с ножами, где расстояние между лезвиями 3,5 мм. Следующая вставка, которая будет, расстояние между ножами 7 мм. Вот смотрите, 3,5, вот 7. Все, вот это вот в 2 раза больше, чем это. И вот она, история про кубики. Классики, тренды и профи одинаковые, у примы совсем другая. У нас эти ножи срезают вот в этой плоскости. Вот эти ножи разрезают в этой плоскости. Но кубик, как известно, имеет 3 измерения. Длина, ширина и высота. Работать овощерезка будет, надрезая в этом направлении и вот в этом направлении. Вот здесь вот, видите как, ножи будут резать в этом направлении и вот так слоями. А вот в этом направлении у вас картошка не порезанная. Что в результате получается? Получается у нас, конечно же, вот такие брусочки. Теперь, чтобы эти брусочки превратить в кубики, нужно каким-то образом получить надрезы в 3-м направлении. Очень просто. Вот у вас картошка, одетая в плододержатель. Вот у вас обычный кухонный нож. 15 сантиметров мини-шеф. В руку ложится, как влитой. Модель Мексика. Невероятно удобен, привыкните резать, вообще без него не сможете жить. Итак, теперь поперек направления стрелок. В инструкции на русском языке написано наиподробнейшим образом, но кто бы ее читал? Вот так вот, поперек направления стрелок. Я сделала несколько надрезов. Видите, все здесь сейчас держится, ничего не вываливается. Я еще раз вот покажу, что да, я разрезала вот все там до конца ножом. И теперь у меня картошка порезана в этом направлении, а ножи порежут ее в другом направлении, в этом и в этом. Ну и все. Вот они, кубики. Они же параллелепипеды. Вот они. А теперь вопрос, больше или меньше, зависит, естественно, от количества надрезов. Желающих обсудить со мной, что это не кубики, а параллелепипеды, прошу посмотреть какой-нибудь другой фильм. У нас кулинария, а не геометрия. Какого у вас размера кубики, зависит от вставки. Если вы возьмете вставку 3,5 мм и сделаете много надрезов, то будут мелкие кубики. Но такие на самом деле редко очень нужны. Если вы возьмете вставку штатную 7 мм, то это чаще всего используется. Вот это для оливье, ну и для окрошки. А теперь вопрос. А как вы так сможете порезать вареную картошку? А никак. Вареную картошку, если вы надрежете в этом направлении, а потом начнете резать в другом направлении, вы больше размажете, чем порежете. Так что же делать с вареной картошкой? О! А вот это очень простое решение. На самом деле знают огромное количество покупателей, кто читал инструкцию к микроволновке или к пароварке. Что я делаю? Точно так же, как и все они. Я сначала режу кубики, а потом отправляю их вариться. Причем, если я отправляю вариться картошку вот такого размера, у меня это занимает минимум 30-40 минут, то обратная процедура в 5 раз быстрее. Показываю, давайте еще раз. Вот, одеваю в плододержатель. Поперек направления стрелок делаю вот такие вот надрезы. И то, что у меня нож сейчас прошелся по плододержателю, не надо слезы лить. Этот плододержатель на то и нужен, чтобы вам помогать. Ну, появится на нем царапина, ну и что? Итак, разрезали картошку вот таким вот образом на части. Ставим и работаем вверх-вниз, додавливаем все до конца.
получаем вот такие кубики. Вот они. Все, теперь это в микроволновку на 5 минут. Никаких сложностей у вас не будет. Ни с оливье, ни с окрошкой. Давайте посмотрим еще на две вставки, которые мы пока что не обсудили. Есть возможность расширить функционал еще на 50%. За счет двух дополнительных вставок. Значит, вот такой боксик отдельно продается. И, собственно говоря, вставки отдельно продаются. Можно купить только одну, можно две, можно с боксиком, можно без них, как хотите. Но по логике своей, уж если дополняться, так вот как бы максимально. Так в чем здесь секрет у этих дополнительных вставок? Вот смотрите, здесь расстояние между ножами 3,5 мм, а вот здесь 1,6 мм. Вы видите, здесь два ряда ножей. И те, кто хочет получить нарезку более мелкую, чем вот эта, дополнительная вставка вам в помощь. Двигаемся дальше. Следующая вставка, которая вас порадует своей, так сказать, логичностью и применяемостью. Это вставка, где расстояние между лезвиями 10 миллиметров. Почему 10 мне нравится? А потому что я люблю картошку фри, вот такую толстую и большую, жарить. Расстояние 7 миллиметров, очень хороший вариант, очень хороший. Штатная вставка. Но мне для картошки фри, семья такая, нравится им, десяточка подходит лучше. Я картошку фри, если просто жарю на сковородке, я ставлю семерку. А если я делаю картошку фри, которую я сначала обжариваю на сковородке, чуть-чуть, маленькую корочку, а потом отправляю доводиться в духовку, то я вот тогда десятку применяю. Значит, давайте покажу вам это фри, а потом еще напомню про кубики. Вот смотрите, какой у меня получается фри. Такая вот прямо, ого! Такая серьезная, классная. 10 на 10 миллиметров, изумительная картошка. Так вот про кубики. У вас кубики получатся уже не 7 миллиметров, а именно 10. То есть они получатся крупнее. Здесь у нас получается 7 на 7 миллиметров, а здесь 10 на 10. Поэтому, если вам нужна нарезка крупная, то вставочка-десяточка – ваша подружка. 10 миллиметров вставка продается отдельно. В комплектацию штатную, обычную, входит вставка только 7 миллиметров. Итак, классика. Основной нож, 3 вставки, плододержатель. Может быть расширена по своему функционалу на 50%. С помощью дополнительного вот такого вот бокса с двумя дополнительными вставками. Плододержатель, понятное дело, подходит к любой терке. Даже к советской четырехгранной покупаете этот плодик и трете чего хотите, обо что хотите. Вот он в терках не разбирается. Правда, он не знает, к чему он там подходит или нет. Он подходит к тому, чтобы в нем закрепить морковку, а дальше в какую терку вы его отправите, в ту он и пойдет. Вот подходит ко всему подряд. Комплектация, основной нож, 3 вставки, плододержатель, мультибокс и судок – это must have. Ну что, давайте дальше. Что еще у нас есть? Вот эти вот терки – это не вставки и уж тем более не насадки. Когда вы говорите, а у вас сколько насадок в овощерезке, я понимаю, конечно, о чем вы говорите, но вообще хочется заметить, что насадки бывают у фена или у пылесоса. Вы там насаживаете предмет на трубу. И это насадки. Вот здесь вот не насадки, они никуда не насаживаются, они вставляются. Поэтому по-русски это называется вставка. Ну хорошо, значит, как бы то ни было, эта вставка или насадка, как вам удобнее говорите, не имеет никакого отношения вот к этим отдельно продающимся самостоятельным теркам. Вы можете найти их в каком-нибудь комплекте, в комплектации. Вот эти вот терочки. Но на самом деле это совершенно независимые терки. Вот эта терка, она никуда не вставляется, не приматывается, никак туда не заходит и никакого отношения одно к другому по факту физического не имеет. У них единственная связь – это вот этот судок. И то, и другое крепится на него. И все. Но если у вас нету ни комплекта, ни судка, то просто купить эту терку вы можете, и дальше вы можете на ней работать, даже если у вас нет никакого бернера в помине. У нас ножи, которые имеют расстояние между ними 1,8 миллиметра.
Чаще всего именно эту овощерезку покупают для нарезания корейской морковки. На мой взгляд, корейская морковка 1,8 – это то, что надо. Не так давно мы поменяли здесь размер, перед этим он был 1,6. Сейчас 1,8. Но, опять же, это очень сильно зависит от морковки. Если у нас морковка такая вот плотная, то у вас, скорее всего, прекрасно получится 1,8. Если у вас морковка вот такая с карандаш, то тогда после буквально нескольких движений вы увидите, что разный совершенно размер. При разной морковке разный размер получится. Вот, это размер. Это 1,8. Чем длиннее морковка, тем длиннее соломка. Но вас часто раздражает момент. У меня она никак не крепится, я буду резать руками. Девочки, начала с того, что бесконечно острые ножи. А вот теперь запомните эту фразу. Пальцы и огурцы, она режет с одинаковой скоростью. Правда. Это вот не успеете глазом моргнуть, как порежете в салат. Ну, хорошо, если просто маникюр. Поэтому я вас очень прошу, посмотрите инструкцию, там это нарисовано. И сейчас мы с вами видим о том, что когда вы крепите морковку, просто толстую часть, вот утопите в плододержатель сюда и не держите ничего руками. Пальцы и огурцы режут с одинаковой скоростью. Найдете кучу рассказов о том, как человек глубоко порезался, а мне после этого всегда хочется спросить, а вы в работающую мясорубку пальцы суете? Именно острые ножи вам нужны. Ну зачем вам тупые ножи? У вас терок, которые не работают, полный дом. Мы говорим о том, что вы покупаете классную немецкую мощнейшую вообще машину, а потом вы в нее пальцы суете. С плододержателем. Итак, одели вот таким вот образом морковку на плододержатель. И равномерными движениями, обратите внимание, в одном направлении работаем. И вот здесь важно запомнить, что в одном направлении, потому что все делают после проблемы с плододержателем, делают ошибку номер два, начинают работать туда-сюда. Что происходит? Посмотрите, что у меня сейчас с обратной стороны здесь. Вот она вся в полосочку. И когда эти полоски в одном направлении сделаны, она и продолжает это овощерезка резать достаточно плотные и равномерные вот такие вот соломки. А если я буду двигать туда-сюда, вы никогда два раза четко по прямой не попадаете. В результате у вас вот получается сплошная лохмота, которая вот здесь застревает. Да? Это только потому, что вы режете в обе стороны. Запомнили. Режем только в одном направлении. А теперь еще одна засада, если у вас нет сутка. Какая ошибка? Вот мы держим руками, вот так вот, вот работаем с плододержателем. И пытаемся сделать длинную морковку. И смотрите, вот она, эта морковка упирается в стол. Вам просто неудобно. Что получается? Какой бы длины вы ни взяли морковку, у нее длина обозначена вот этим размером. Если это упирается в стол, то бесполезно рассчитывать, что вы можете порезать морковку длиннее. И в этой ситуации именно судок решает эту проблему. Отдельная терка для корейской морковки. Не вставка и не насадка. Всем понятно, да? Двигаемся. Дорогие мои любители классики, я надеюсь, вы много что узнали и поняли. Продолжение следует. Следите за моими постами на YouTube и в Инстаграме. Мы перетрем хорошенько все.